Всем привет, друзья! У нас тут новая покупочка. Сейчас будут знакомиться. Девчонки не вылазят. Чего это там? Рунка! Руна! Руна, Луна! Выходи, выходи, выходи! Руна! Выводи сестру! Выходи! Идем, идем, зайка! Смотри, кого принесла! Опа! Жених приехал! Приехал жених. Какой-то жених длинноногий, да? Длинноногий жених. Луна. Выходи, зайка, смотри, кто приехал. Смотри, кто приехал. Тоже у него белое пятнышко на лбу, как и у Руны. И они, получается, родились в один день. Мальчик, которого мы сегодня взяли, родился 29 июля, а девчоночки родились в ночь с 29 на 30. Как раз... В один день, можно сказать, почти. Да. Вот такой вот парень. Как раз он подойдет ко всем козочкам, которые уже были рождены от линии гнома и барона. Вот, чтобы не было смешания кровей, мальчик, получается, папа у него привезен из-за границы, а мама куплена в питомнике. Да, моя зайка, жених, мальчик еще маленький, сам не кушает, поэтому будем кормить его молочком из бутылочки. Будет жить с девчонками пока. Кормится из бутылки. Как только начнет уже полностью самостоятельно кушать, уже будем его отсаживать. Ой. Кстати, мальчик родился один у козы, коза, первокотка и вот одного пацанчика родила. Поэтому он такой крупненький какой-то, я надеюсь, поэтому длинноногий. Посмотрим, в кого превратится такой худенький. Кажется, из-за того, что у него ножки длинные. Да. Ноча, это не твое дитя кричит, не твое.
Козленок все время был под мамой с рождения, то есть его не кормили из бутылочки, поэтому он сейчас переживает, ищет маму, мамы нет. Теперь я буду твоя мама.